What's up, guys? Это стат... The K. Что нет? Что нет? Когда да? Мазафака. Так, спускаемся, короче. Вот это он прыгнул. Короче. Какая малополигональная задница. Нифига себе, вы тоже это видели? Смотрите. Шикардос, мазафака. В какой еще игре вам предстоит выбивать окна? Вот так вот прыжками. Это же так круто. Офигеть. Круто. И главное, что все будут выбивать окна, включая вас. О, зомбаки напали из-за того, что я выбил окна. Ну, красавочка. Симулятор выбивания окон. И все-таки, ребята, эта игра survival horror, да, и все-таки она хуже гораздо Dead Rising 3. И нет веселья. И вот такие вот малополигональные текстурки травы. Такие вот зомбаки, которые если приблизить, то просто ахнешь от ихней малополигональности. Это не важно, это же State of Decay God Edition. И нам тут даже можно покататься на всякой херне. Такой типа вот этого вот автомобиля. Прям реально можно прям покататься, если найти ключи. Но я хз, где их искать, поэтому... До свидания. Что надо вот... Воу, щет, нига. Ты чё, блин? На нафиг. Офигеть, как он реалистично умер. А этот объект еще не разблокирован. А тут мы видим дрич пакетов. Уровень борьбы второго лейбла. Ох, как он упал. Вах. Вах, какой ультра. Так, а что с тобой, приятель? Ты же вроде спал. Ты че упал-то, братюня? Вставай давай. Братюня, вставай, прыгай. Ух. Ух. Ох, 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 Франклин нервно курит в сторонке от его прыжков. Я вам серьезно говорю. Он прям падает. Прям... Так вот падает. Прям враг он такой встает. Охренеть. В общем, эта игра просто игра года, ребята. Особенно вот это полигональное бревно с этими тенями. Все, ребята, 10 из 10, GOTY Edition. Лучшее переиздание года.